А перед началом ролика хочу вам посоветовать канал Самат ТВ. Парень снимает ролики по Clash Royale, разные фанатаки, открытие сундуков, разные колоды, онлайн атаки. Также снимает ролики по Clash of Clans. В общем, канал начинающий, давайте поддержим подпиской. Ссылку на этот канал я оставлю в описании. Привет всем, дорогие друзья, это новый выпуск по роялю. И сейчас я буду играть на своем основном аккаунте. Я все так же продолжаю здесь апать кубки. И у меня уже почти 5000 кубков. Я решил это делать все в онлайне, записывать на видео. Играю я по скайпу, мне так удобнее. И записывать ролик, соответственно, буду я по скайпу. Потому что я смотрю эликсир противника. И да, знаю, это нечестно, но все же так играть проще. Итак, моя все та же колода, я ничего здесь не меняю, пытался брать сюда громоверсы, пытался брать сюда разные спылы, что я только здесь не пытался менять. Ракету брал, ничего не получается. В общем, эта дека идеальна для меня. Есть, конечно, минусы у нее, но у меня с ней получается более-менее играть. В общем, что? Я, в принципе, готов. Один бой до 5000 кубков, ну, один бой это мало. Сыграем 2-3 онлайн-атаки. Я надеюсь, они будут успешными. Но если вдруг проиграю, ничего страшного. Все равно на 5к кубков сегодня я заберусь в видео. Поэтому, let's go. 11 уровень подбирается, а до этого мне подобрался 13. Сейчас я вам покажу, ребята, там, какие противники мне до этого подбирались. Так, хорошо, что ж у него может быть за колода? Я надеюсь, звук пишет нормально, потому что микрофон немножко дальше отставил. Неудобно, когда он возле меня стоит. Так, рыцарь, рыцарь с краю карты. Ну, давай поставим мортиру. Что же это может быть у нас? Еще пока неизвестно. Это три мушкетера. Отлично, хорошо, что я поставил мортиру. Я думаю, орду миньонов направо, да, как думаешь? Или три миньона направо? Да не орду. Не, орду миньонов, да, ставим ух. Бля, рано кинул. Да. Ну ничего, делаем так. Блин, тратить армию скелета вели... Не, не буду. Нет. Сколько эликсира у противника сейчас? Пять? Блин, я вроде... Я понял. Слушай, я даже не знаю. Ну ладно, поехали. Ну рыцарь будет, скорее всего рыцарь будет. У него нет, по циклу еще не подошел. Вау, теперь... вау, а что же, что же делать? Ладно, давайте ледяного колдуна. Блин, сборщик. Че мне, я не знаю, трем мушкетерам могу проиграть. Хотя, ставить мортиру на сборщик? Да, ставь, конечно. Ты криво, походу, поставил. Нет, почему криво? Ну он дефает, видишь, сборщик. Не хватает у него пока там на три мушкетера? Да, не, у него 5 эликсира сейчас. Хорошо. Ну, давай, убивайте рыцаря быстрее. Ну, да ё-моё, блин. Так, все, сборщик мы заберем. И мне надо сделать так, чтобы снова была мортира. Сейчас будут три мушкетера. У меня не по циклу, наверное, третья карта аж. Я не знаю, как сейчас дефаться, серьезно. Духа он потратил, поэтому теперь миньоны будут нормально. Фак, ладно, ладно. Опять. Давай так, попробуем. Элитки, да? Элит. Да. Че, у него есть что-то там? Бревно, да? Че, бревно ставим запись. Мух, да, или нет? Не. Да, давай. Не, нет у меня три мухи. Я вот так вот сделаю, вот так и три мухи. Я даже не знаю, что сейчас. Ладно, мортиру. Моя задача сейчас выиграть по эликсиру. В принципе, я должен это сделать, дефаясь на своей половине. А вот сейчас у меня нету подходящей карты. Я не знаю, что делать. Ладно, давайте тут вот так бревно. Блин. 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 А, я сейчас... А, нет, попал стрелами. Все сделал просто по красоте. Что у него по эликсиру? 7. 8. Много эликсира. Эликсира у него много. Сейчас будет три мушкетера снова. О, с центра можно мух. Да нету мух. Дай тычку еще одну. Сложно. Сложно. Три мушкетера всегда было право, сложно. Право, бревно. У него бревно просто. Отлично. Так, 800 хитпоинтов. Ребята, потно. Уже... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. У меня нету стрел сейчас. Фух. Сколько эликсира? 4. В принципе, сейчас должен забрать. Сейчас три мушкета с центра. Да я знаю, знаю, что будет с центра. Но зато да, я их отдефаю. Может быть ничья. Я такой вариант не исключаю. Может быть ничья. Что зап кинет? У него зап еще есть? А, точно, я забыл. Так, хватает у него там на трех на элиток? Да, сейчас сильно. В принципе, пофиг. Я выбрасываю вот так и выбрасываю вот так. Элиток тоже хорошо. Так, пару тычек он сделает. Еще одну. Нет, не все. Победа.
Фух, потно. Ребята, тут потно. 5000 кубков, это... Тут будет... Тут надо всегда думать, напрягаться и... 5000 кубков, е. 5015. Я не хочу идти в бой, серьезно. Вот вроде взялся записывать ролик, но я не хочу. Хочу их засейвить. Ну, ребят, моя цель в этом сезоне... Это 5200. Сейчас осталось еще 9 дней. Я думаю, что я дойду. И давайте вы поставите лайк этому ролику, подпишитесь на канал, поставите колокольчик, чтобы не пропускать мои ролики, потому что я вот-вот-вот скоро дойду туда. И скоро будет выпуск про колоду на 5500 кубков. Поэтому давайте подпишитесь, лайк поставьте, все сделайте как надо. Просто если вы будете жаловаться на то, что у меня Коргик 13, да, давайте посмотрим, какие противники у меня, ребят. Вот, тоже 13-й Коргик, 12-й. А вот мне подобрался один вообще такой фрукт. Хороший, смотрите, я его выиграл. 11-й хок, 10-я печка, 13-й левел он сам. То есть, ну тут уже все прокачаны по фулу, так что все окей. Я просто всегда в каждом ролике говорю, потому что я предугадываю комментарии, что будут жаловаться, у тебя максимального уровня Коргик. Ты играешь по скайпу, поэтому ты читер, ты только так и умеешь, лох, рак, я уверен, будут обсирать. Но ничего страшного, мне важно то, что я дошел к этим кубкам, вот, а вы не. Ладно, шутка. Поехали в бой. В общем, один бой сыграю, я покажу вам один повтор, потому что, ну... Ну, волнуюсь, серьезно, 5000 кубков — это мой рекорд, я никогда тут не сидел. Ну, лично сам, потому что, ну, я не люблю, когда бустят кубки, это фу. Сам я бустом занимаюсь, вот, а вот когда мой аккаунт бустят, я вот испытания еще, ладно, это позволимо еще карты набивать. Так, Мурат, у него 13 уровень. Короче, ну, будет хорошо, если я сольюсь, а потом снова выиграю, знаете, это такой будет... Такой будет многоходовочка такая. Вперед, назад, выиграл, проиграл. Так, что происходит? Тесла, печка. Что это? Я же ничего не сделаю ему. Ну, камон. Ой, я еще миньона выбросил. Ай, не, нормально. Нормально, нормально. Кстати, 4 эликсира. Кстати, 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 неплохо. Еще один выстрел. Е. Так, ну, в принципе, я прошел через его преграды, но по эликсиру что там у него? 4, 5. На один меньше, чем у тебя. Угу. Дефать этих, нет? Mm-mm. Блин, он с Теслой, гад. И причем в этом всем у него еще и печка. Это, ребят, либо ничья, либо я проиграл. Я просто против печки проигрываю, а то... Вау. Фаербол убивает моего... Ну, у меня второй колдун, в принципе, тут ничего удивительного. Ох, блин, я поставил так мортиру, что Рок Гигант достает к ней. Если он не дурак, он ее выбросит, Орл Гиганта, так, чтобы убить мортиру. Судя по всему, он дурак. Судя по всему, он дурак. Ну, блин. Давайте просто армию скелетов. Я просто, я не знаю, что выбрасывать. Цикл карт остается, потому что я ничего... Ага, зап, отлично. Фаербол, надо не давать фаерболом. Хотя можно... Нет, я не знаю, как его разводить на фаре, если у него печка, Тесла... Это разве по эликсиру его просадить сейчас? Ну давайте, давайте, колдуна, если он выбросит фаер, он не оттачит, что он делает? Может по правой стороне пойти? Да не, ну нету смысла, мне надо, потому что если я сейчас начну разрываться по разным сторонам, я просто проиграю. Вау, вот это прокачка. Ну вот тут прокачка не более, играет он довольно странно. Я не знаю, я скину стрелы вот так вот на все это говно. А, смотрите, Рейл Гигант дамажил вышку мой. Вау. Ну у него есть фаер, что мне делать? Давайте так сделаем. Ледяного колдуна. Потрать фаербол, прошу тебя. Стоп, успею? Не, не успел. Я не успел. О, он потратил фаер. Потно, потно. Мне еще надо минуту продержаться. Еще минуту продержаться. Нет, 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 я по этой стороне буду пушить. Только по этой. Он потратил фаер, у меня есть шанс. Блин, блин, блин. Есть, но небольшой. Не, шанса нету. Только если я здесь вывезу на ничью. Это единственный шанс. Так. Хорошо. О, господи! Что происходит? 46 секунд еще продержаться. Как? Ой, я еще рано выбросил. Бревно. Отлично. И он тратит их не... Он тратит фаербол
На вышку шанс, давайте, это шанс. Блин, ну не могу я, но он сильно, сильно много у него дефа. 20 секунд. За 20 секунд я еще могу... проиграть. Да. От дефаться 10. Все. Довольно странный подобрался мне противник с кучей дефа, но я не пройду никак. Если бы у меня бочка была, шахтер, еще ладно, поизон, конечно, я бы выиграл. Но тут Unreal. Тут реально, либо, как говорит мне левша, нужно справа резко делать пуш. Но я просто боюсь так делать, ибо на высоких кубках, и лучше я сделаю все аккуратно, но не проиграю. Давайте посмотрим, что у него тут за прокачка. У него 5200 максимально было, и, блин, у него 11 рарки, 11 фаербол, 13 реал гигант, 13 команки. Сильный, сильная прокачка. Ребят, это уже вторая онлайн-атака, поэтому по традиции сейчас третья, и я надеюсь, она будет не проигрышна. Блин, я хочу остаться на 5К кубках. Поехали. Все, я сейчас максимально сосредоточился. 12 уровень не подбирается, окей. Так, я... лишь бы это было с Хогом, колода. Я просто надеюсь на это. Так, ждем, ждем, ждем. Отлично, это Хог. И сейчас возьму и проиграю ему. Такой, знаешь, типа, ну, я уверен, против Хога могу выиграть. И я ставлю неправильно мортиру, ее нужно ставить у мостика. Сколько эликсира моего противника сейчас? 10. Вау. Мини-пека отлично сдалека, это хорошо. Ладно, это плохо, да. Надо было парду миньонов, но вдруг у него стрелы, поэтому... Зап, отлично, знаешь, что сейчас будет? Сейчас будет армия скелетов. Ну, у него бревно, бревно есть, да-да-да-да-да. Ну, главное мини-пеку убить. Отлично. Ну, один полуживой варвар, ну, 4 тычки сделает. 2, 3, нет, 3. Хорошо, я ему нанес меньше урона. Ну, по эликсиру, ты скажи, я хоть выигрываю, не? Нет, нет. На один он выигрывает. На один он выигрывает. Сейчас надо поставить мортиру вот так вот, чтобы она дамажила вышку. Ну, чё он? Ага. Я даже не знаю, подбрасывать орду миньонов или нет? Зря. Зря, да. Ну, одно ядро мортира-то выстрелило. Плюс он потратил... потратил что? Зап? Так, 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 так. Замедли хоть. Отлично, тычки не сделает. Фух, опасно, опасно. Тут на 5000 кубка хоги, не, хоги неплохие. То есть на 4600, 4900, то есть 4600, 4900, тире хогов всех выигрывал. Ни один хог меня не проходил. А вот здесь уже пацаны играют неплохо. Или девушки. Блин, ну бревно есть. Бессмысленная армия скелетов. Ну, хоть немножко нанести урон я успею. Оп. Да. Что у него на стаю мух мою? Есть ответ? Нет? Зап и ледяные духи, и все. Отлично. О, отлично вообще. Ну как отлично? Я все равно урона не нанесу. Но неужели это тоже будет ничья? Ну, в принципе, если будет ничья, я не расстроюсь. Ну, хотя я размечтался на ничью. Я выиграю по элику, окей. Теперь у меня тоже 10. Так, хорошо. Давайте так. Ай, блин! Просто не повезло мне. Тайминг, тайминг плохой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ладно, давайте бревно. А что у него с крупных спелов такие? Что дамажит? Нету, только... Нету, только да? Бревно и запись. Блин, ну сейчас инферно будет. Зря я это делаю. Да, у него 10 эликсиров. Блин. Нет. Нет. Ну, выстрели. Блин, как все сложно. Как все сложно, серьезно. Сейчас бревно будет прихвором, наверное. Давай, давай. Ну, блин, он тупо... Я ждал до последнего, и все равно бревно он выбросил тогда, когда я секунду в секунду. Так, хорошо, у меня уже мортира снова есть. Сложно. Не, я не заберу, надо просто на ничью тянуть. Я не заберу вышку. Я сейчас просто буду тратить зря эликсир на ролл гиганта. Сейчас будем делать вот так. О, я поставил далеко. Отлично, отлично. Все, 500 хп. Я думаю, это последний хок, которого я пропустил. Больше не пропущу. Больше этого не, ему не видать. Так, давай. Я знаю, мортира, вот она уже. Все. Потно. Ну, буду тянуть на ничью, а что делать? Не могу выиграть, надо тянуть на ничью. Ну все, 8 секунд. Я сейчас еще раз прокручусь до мортиры на всякий случай. Ой, я еще и тычку сделал.
Ребят, ну, ничего страшного, что было две ничьи, зато я не спустился с пяти кубков, а моя цель этого ролика была это 5000 трофеев, серьезно, ну... Дальше потно. Я, конечно, не проигрок, но на 5000 кубков я забрался. И моя цель 5200. Я думаю, заберусь на них. Вот моя колода, кому интересно. Она тащит, серьезно. Я ее скопировал, и вот с 4К ровно, вот начало сезона началось, я сразу начал подбирать колоды. Я эту деку взял и просто до 5000 кубков дошел. Естественно, Real Gigant 13 тут, ну, я уже чувствую комментарии эти. Но все равно колода более-менее сбалансирована и работает. Есть, конечно, свои изъяны и минусы, но она меня устраивает. С другой любой колоды у меня не получается. В общем, ребят, следующий ролик будет, когда я буду на 5100, наверное, если я буду там, ну, я надеюсь. Ну, либо уже на 5200 встретимся. В общем, на этом я буду прощаться. Подписывайтесь на канал, включайте колокольчик, чтобы не пропустить мой новый ролик. А я желаю, ребят, вам удачи, удачных вам сражений. Всем вам, ребят, хорошего настроения, до новых встреч и всем пока.